представляешься в камеру, громко, внятно, микрофон поближе к губам. Итак, я Никон Александр, город Йошкар-Ола, мне 17 лет, танцую в разных стилях, в основном это электро. Вот, жизнью увлекаюсь многим, почти всем. Спасибо. Ну и скажи, если у тебя легенда, кто ты легенда? Легенда? Ну это мои родители. Почему? Потому что они не дали всего, все дали мне, все, что могли. Я много взял с их примера. Ну, знаешь, в связи с тем, что для тебя легенда твои родители, наверное, достаточно глупый вопрос, что нужно делать, чтобы стать легендой? Ага. Что нужно делать? Ну, давай абстрагируемся и не говорим сейчас о родителях, да, а говорим о том, что, грубо говоря, есть в каждом виде спорта есть какие-то легендарные личности. Чтобы чего-то добиться, что для этого нужно делать? В твоем понимании. Старание, конечно, тоже любят. Это прежде всего, в чем выбор. В любом занятии. Вот. Все. Все записано. Спасибо, молодец.